4 сентября в Доме детского творчества состоялось открытие муниципального опорного центра дополнительного образования детей. В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смоленской атомной станции в учреждении отремонтировали 4 кабинета. Открытие посетила наша съемочная группа. Муниципальный опорный центр – это новый формат развития системы дополнительного образования детей. В структуры Дома детского творчества теперь входят лекторий, медиа-центр, коворкинг-офис и зона коллективного пользования. Модернизация инфраструктуры учреждения позволит выйти на новый этап, соответствующий современному уровню развития науки и техники. Открытие посетили почетные гости. С приветственным словом к присутствующим обратился глава Десногорска Андрей Шубин. Он пожелал новой структурной единице дополнительного образования успешных пользователей, которые смогут повышать свою компетенцию в отремонтированных кабинетах. Нам очень приятно, что нашим детям, нашим педагогам создаются комфортные, уютные условия, в которых они могут заниматься, получать дополнительное образование. Директор Дома детского творчества Елена Долженко выразила слова благодарности концерну «Росэнергоатом» и администрации города за помощь в реализации столь важного проекта. Она отметила, что педагоги образовательного учреждения являются участниками федерального проекта «Успех каждого ребенка». Они выполняют важную миссию – обеспечивают всестороннее удовлетворение образовательных потребностей подрастающего поколения. На самом деле сейчас дополнительное образование играет очень большую роль в нашем мире, поэтому мы стараемся сделать все, чтобы развить творческие способности и подготовить наших детей к дальнейшей жизни. Под звуки торжественной музыки почетные гости перерезали красную ленту. Этот момент стал стартом официальной деятельности проекта на территории Десногорска. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.